неприятный счет сегодня, тем не менее, какие-то положительные моменты для подопечных есть сегодня? Ну, у нас в каждой игре положительные моменты, мы стараемся их найти, иначе, ну, просто прийти и раскритиковать молодых пацанов там и устроить разгон, наверное, не будет не совсем правильно. Конечно, счет очень крупный, никто его не ждал, и мы не хотели, и, к сожалению, развалились и попытались. Не хватило, может, где-то гола. Тех игр, в которых мы играем хорошо, мы всегда первым забиваем и стараемся зацепиться за этот результат. Сегодня это не удалось. Ну, не хотелось бы кого-то винить. Надо искать ошибки в себе, внутри коллектива. Коллектив молодой, мы все равно будем стоять на своем, чтобы прибавлять от каждой игры к игре, от каждой к смене, к каждой следующей смене. Поэтому счет расстроил сильно, но тоже не помешает, чтобы стряска нужна, переосмыслить и проанализировать, и идти вперед.